Они так устроены. Свет для них слишком ярок, звук слишком громок, любое прикосновение слишком интенсивное. Дети дождя словно пришельцы с другой планеты. У них красивые, но отрешенные лица, а их поступки кажутся нам странными и непонятными. Сидим мы красиво. Стараемся и сидим красиво. Когда сыну исполнилось 9 месяцев, Лариса Харина поняла, что с ребенком что-то не то. Федя не откликался на свое имя, не смотрел в глаза и не проявлял интереса к игрушкам. Мальчика долго обследовал невролог и к 1,5 годам поставил диагноз – аутизм. Для нас это был, для нашей всей семьи, был большой удар, конечно, мы его долго переживали. Плакала, приходила домой, плакала, делилась с близкими, рассказывала, меня многие поддерживали и поддерживают. Спасибо маме, спасибо мужу. Очень нужна, очень важна поддержка со стороны, потому что это психологически очень давит, конечно. Что такое аутизм, родители Феди узнали из интернета. Сталкиваться с этим никому еще не приходилось. Долгое время ученые считали, что аутизм – это разновидность шизофрении. Поведение детей с таким диагнозом и вправду наводит на такую мысль. Что такое аутизм, мало понятно даже людям, которые пишут на эту тему научные работы. В России нет и собственной статистики, у нас пользуются информацией зарубежных служб. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 100-й ребенок в мире страдает расстройством спектра аутизма. Но, опять же, болезнь это или особенности развития до сих пор остается вопросом. Ну, я, наверное, точно первые 1,5 года была в жуткой депрессии после этого известия, потому что это очень сложно. И главное, что сложно, никто не говорит, что делать, куда идти, куда с этим обращаться, и как дальше с этим жить, и как вообще на это все влиять, никто ничего толком не знает. Планшет нельзя. Ученые утверждают, что аутизм – это нарушение развития, которое возникает в течение первых 3 лет жизни. Большинство аутичных детей внешне выглядят вполне нормальными, но все свое время заняты странной и разрушительной деятельностью, которая существенно отличается от занятий обычных детей. Аутизм – это такое мозаичное нарушение, при котором может быть сохранен интеллект, но при этом абсолютно отсутствовать коммуникация. Или ребенок может говорить очень много, беспрерывно, при этом его речь не носит функцию общения. Он может транслировать фразы из мультиков, просто услышанный разговор повторять, при этом не уметь эти фразы применить для того, чтобы что-то попросить. Симптоматика аутизма крайне сложна. Главная проблема – неумение общаться. Дети-аутисты не хотят слышать и видеть новое. Их устраивает одна и та же игрушка, нравится один и тот же маршрут, они соглашаются есть только привычные 2-3 блюда. Я сейчас попытаюсь объяснить, как ребенок-аутист воспринимает окружающий мир. Представьте, что вы проснулись на другой планете. Здесь все по-другому, все не так. Здесь каждый звук настолько силен, что режет слух, а каждый запах сбивает с ног. Вас накрывает волной ощущений, и вы барахтаетесь, пытаясь выплыть, чтобы выжить. Но в какой-то момент все становится невыносимым до боли. И единственное, чего вам хочется, это заткнуть уши, отгородиться и закричать: «Да выключите вы, наконец, этот звук!» Покажи шкаф. Показал все, но только не шкаф. Несмотря на то, что с каждым годом количество детей-аутистов неумолимо растет, они по-прежнему остаются загадкой медицины. А их родители чаще всего беспомощны перед свалившимся испытанием. Первое время для родителей получается как оглоблей по голове. Прям, как так? Это мой ребенок, он не может быть таким. Я ждал его долго, и надежды на него большие. Все родители с этим сталкиваются, у кого такие детки. Мы пошли в первую очередь к неврологу, но что-то не так, что с ребенком.
Нас успокаивали, что да ничего там, мальчики отстают в развитии, ничего страшного, там догонят, бывает. Психиатры не лечат аутистов. Они назначают препараты, устраняющие определенные симптомы – агрессию и тревогу. Дети, как правило, очень возбудимы. Они не понимают, что происходит вокруг, и это их пугает. Если вовремя этому ребенку не оказана помощь, ни медицинская, ни педагогическая, ни помощь в социальной адаптации, то чаще всего этот ребенок находится на каких-то достаточно тяжелых медикаментах, и отмена этих медикаментов может привести к сильному усугублению его поведения. И тогда получается либо пожизненный прием препаратов, либо когда он становится взрослым, и, к сожалению, его родители покидают этот мир, то он может закончить свои дни в психоневрологическом диспансере. В России до сих пор нет образовательного стандарта для детей с диагнозом аутизм. Учителя не понимают, что делать с такими учениками. Родители вынуждены отдавать их в школы для детей с нарушением интеллекта. А ведь между тем аутизмом страдали Моцарт, да Винчи, Ван Гог, Эйнштейн. Билл Гейтс не скрывает, что ему удалось справиться с диагнозом только благодаря методике ABA. Катя, я хочу червячки. С детьми-аутистами не работает система наказаний и поощрений, как и любые привычные воспитательно-обучающие меры. Одним из главных моментов методики ABA является отсутствие насилия. Ребенок постепенно начинает чувствовать, что его любят, понимают, и он получает все, что хочет. Ой, как постарался. Похлопай и потопай. За короткий срок, за несколько буквально занятий, у нас уже как-то с ребенком начали сотрудничать в повседневной жизни. Он начал договариваться с нами, как-то находить с ним компромисс. Вообще. Вы прям видите изменения уже? Изменения, да, очень ощутимые. Не просто вижу, мы этими изменениями, как говорится, пользуемся. Специалистов, владеющих методикой коррекции поведения ABA, можно пересчитать по пальцам. Некоторые родители сами проходят обучение и занимаются с детьми. Но жизнь таких семей сильно осложняем еще и мы. В лучшем случае общество никак не реагирует на аутистов, в худшем – нетерпимо к ним. Стоишь в магазине и понимаешь, что твой ребенок уже на грани пика, сейчас будет истерика, люди вперед не пропускают, просишь иногда даже можно пройти, люди не понимают, тогда начинается истерика. Какой невоспитанный ребенок! Мама совершенно его не воспитывает, ну что это такое? Ну от общества я понимания не жду, потому что у нас общество к здоровым нету понимания, а к больным тем более. Когда человека не касается, он может посочувствовать, но не больше. Но это сочувствие заканчивается тогда, когда его интересы перестают совпадать с другим человеком. Мама, что, Федя? Я хочу мультик. Хорошо, сейчас будет тебе мультик. Задача родителей невероятно трудна. Приспособить ребенка к миру, не приспособленному для него. Это возможно. Не сдавались и не сдаемся. Все-таки есть не просто надежда. Мы верим теперь в него, как-то, что будет полноценный ребенок. Пусть немножко по-другому развивается, но он развивается. Нам всем необходимо знать, что такое аутизм. Что ребенок, орущий на полу в супермаркете, на самом деле не избалован родителями, а оглушен и напуган до невозможности. Или, может быть, это единственный доступный ему способ достучаться до нас из его ватной реальности. И его маме в этот момент совсем не нужны ваши замечания или неуместное внимание. Все, что ей нужно, это немножко понимания и терпимости. Thank you.